Владивосток, 24 декабря 2022 года. Там идет строительство ледяной горки. Что-то новое во Владивостоке. Три дня шел снег. Сейчас в разных местах города его убирают. В данный момент работает трактор на центральной площади. Куча снега. Здесь строят горку. Елку уже установили, только, кажется, она еще не наряжена. Сегодня суббота. Здесь тоже продолжаются работы. Будет каток, как и в прошлом году. Ну, такой квадратный, скажем так. А в центре будут фудкорты, домики. Ну и теплый шатер, наверное, тоже будет. Вот такие вот мостики. Ну, потом их баннерами завешают новогодними. По этим мостикам в середину можно будет пройти. Все в снегу. Здесь что-то снег не убрали. Трактор пока еще здесь не ездил. Здесь такая колея. Машина какая-то проехала. Елочка. Вот так вот пронесся 2022 год, и скоро наступит 2023. Да, ну снег-то убирать надо с площади, это по-любому. Как-то неухоженно все выглядит пока.
Здесь будет каток. Сегодня солнышко, хороший день. Вчера было прям холодно и сильный ветер вчера был. Сегодня такого нет. В общем, работы идут. В прошлом году уже городок, кажется, был готов. 21 числа, кажется, городок был уже готов в прошлом году. В этом году что-то задержались. Елка не наряженная. И кучи-кучи снега. Такая вот площадь на данный момент. Наверное, работы как бы приостановил снег, который шел во Владивостоке 3 дня. А сегодня вот солнышко. Ой.